Снова всем привет. Значит, следующая тема про антифос и методы там снижения фосфатов. То есть есть такое страшное явление, как облеток рапор там и уфилии. Вот они очень жестко на это реагируют сразу. То есть остальные кораллы еще так сяк. Ну, то есть, например, какие-то плюшки вы можете их подкармливать. Какую-нибудь там велсофилию, там трахефилию, там акантофилию, там или, ну, в общем, вот поняли, да, вот эти вот все плюхи. Вы можете ей давать там кусочек, например, кальмара, и ей будет вот этого гнилья, которое она там будет переваривать, этого хватать для вполне нормальной жизни при нулевом нитрате фосфате. То есть она будет получать питание от этой фигни. Но большинство кораллов так делать не могут. Например, там те же самые акропоры, они в природе должны питаться где-то постоянно какими-то жучками-червячками, так сказать, микрофитопланктоном, то есть вылавливая, выуживая его из воды, бактерий в том числе. И, соответственно, тоже не сдохну с голоду. Но у нас в аквариуме всего этого практически никогда нет. Ну, то есть голодуха постоянная, поэтому выезжаем мы на нитрат-фосфат. Соответственно, если вы сбросите быстро фосфат, то происходят вот эти вот страшные облеты. То есть непонятно сначала, что за причина, начинают там грешить на какую-то, может быть, там некачественную соль там, или еще чего-то, это какие-то примеси там вредных элементов. На самом деле просто падал фосфат. Так вот, еще раз повторюсь, много раз уже говорил, что очень аккуратно должны снижать. Желательно, чтобы он снижался у вас не быстро, по 0,01, максимум 0,02 единицы в сутки. То есть, если у вас там фосфат, например, там 0,15, 0,20, 0,30, то есть, вот считайте, сколько вам дней потребуется для того, чтобы его снизить, там, например, до 0,05. Математика в помощь. Калькулятор там или еще что-то, калькулятор. Понятно, да? То есть, вот 0,02 это максимум снижения за сутки, если вы не хотите там каких-то страшных последствий. А если кто-то может там как-то подумать, что ему родному удалось как-то, как говорится, наебать судьбу, то это тебе просто повезло. Ну, как некоторые там, да я вот типа снизил и нихера ничего не произошло. Зашибись. Молодец, красавец. Но есть столько же свидетельств, у которых произошло. Вот и все. То есть там еще зависит от неких сопутствующих факторов, ну и, соответственно, еще от видов акропор, там кораллов, точнее всех. И от того, насколько они уже у тебя заряжены питательными веществами, насколько они бодры. И, кстати, супербодрость акропор обычно является минусом их выживаемости. То есть, если она в спящем режиме, таком не режиме, вернее, в спящем состоянии, в таком в стагнации, то она может не сдохнуть. А если она прям такая бодрая, жрать, жрать, жрать и расти, то вот она может благополучно как раз и сдохнуть. Вот. И у филии наоборот. Дохнут скорее те, в которые такие в ступоре пока, на адаптации, там непонятно еще чего. И вот они дохнут. Те, которые прям бодрые, нифига. То есть их не берет, они могут долго сопротивляться этой херне, еще и расти при этом, если это недолго. Ну, когда вот такое падение, не за несколько раз, а так вот. Так вот, если у вас, например, был фосфатище там 0,30, 0,40, некоторых такая херня, ну то есть там чуть ли не до единицы, и ваши кораллы к этим условиям привыкли, ну там это ЛПС какие-то, может быть какие-то простые акропоры, то, соответственно, если вы снизите, даже если вы снизите в течение там, например, 2 недель, до нормальных значений, то есть 0,05, то это будет для них охерительная стрессуха. То есть нельзя так быстро снижать, понимаете? То есть если кораллы жили таких в гипер, там, блин, просто большом фосфате, то они привыкают к этому, то есть что жратвы полно всегда, то есть вот что-то у них там срабатывает, они такие постоянно едят, это вот плюшкам хорошо, всяким ЛПСам. Вы снижаете, и для них это непривычно. Я же говорю, даже вот за 2 недели вы снизите, и легко могут начаться проблемы какие-то, прям вот массовые там облеты какие-то. Если вы снизили до 0,05, думаешь, ну какого хрена, ну фосфат же есть. Ну, просто кораллы не привыкли, они не готовы, они не успели адаптироваться к новым условиям, понимаете? Вот о чем разговор. То есть, поэтому, если у вас прям такие сверхзначения, которые какие-то, ну там выше 0,15,
то это, блин, уже надо помедленнее чуть-чуть. Если у вас там в 0,030, вернее 0,30, 0,20, то это вообще жесть. Ну, то есть вам нужно где-то месяц-полтора опускать фосфат постепенно. А здесь мы подходим к моменту, чем опускать. Вот, то есть если вы имеете глупости, дозанули полную дозу акропауэра, и акропоры простимулировали, или еще какие-то там СПС обычно, да и ЛПСня тоже реагирует на него хорошо и начинает прямо жрать вообще, это стероид какой-то там для них, допинг, то ваш фосфат полетит вниз просто сразу. И у вас раз и пооблетают какие-то кораллы. Вы какого хрена дозанул это говно, этот акропауэр? И теперь, сука, вон, смотри, что творится, блин. Все, наверное, подделка попался, там еще какая-то херня. Или это говно американцы наврали опять. Очередное говнище впарили, вредное для аквариума. Да, просто для головы вредное говнище, ума нет когда. То есть надо понимать все эти процессы. То есть он простимулирует, а фосфат в ноль, запятая каких-то там единицах, очень быстро потребляется. Понимаете, что это просто десятые дозы от количества нитрата. Всего-навсего. То есть, если не единичка нитрата, это ни о чем, а тут представьте 0, запятая сколько-то там. То есть это усваивается все просто вот в лед. То есть вот эти ваши 0,50 могут улететь вас за двое суток в ноль вообще. Это огромнейшая разница, это просто пропасть. Поймите это. Вот когда вы понимаете, что эти вот в этих долях там микродозы какие-то уже важны, если это у вас в 0,0 каких-то там где-то вот колебания, то это, ну так, будет какая-то реакция, но не сильно. Если это 0, запятая, и понеслись какие-то цифры, то есть от 1 до 0, то это охрененнейшее падение. То есть 0,10, вернее 0,20 было, а потом вы сделали 0,10. Но вас вполне может что-то там облететь. Поэтому не удивляйтесь. Акропауэр это легко вам может устроить. То есть ваши же кораллы все сожрут и на следующие сутки уже начнут дохнуть. Вот такая вот интересная история. Поэтому выбирайте способы медленнее. То есть у некоторых стоит там этот фосфат, они ничего не могут сделать. Дозанул акропауэра, полетел он вниз нахрен. Полетело все, все дохнуть начал. Думаю, блин, все потравил этим сраным акропауэром. Да нет, ты просто фосфат обвалил и все, и у тебя сдохло все. Не все, а то, что подвержено этому делу. Вот, поэтому следим всегда внимательно, что у вас там происходит. Не жалеем тестов. Если вы собрались снизить фосфат, то есть, то, соответственно, вы должны понимать, то есть, пока вы должны выверить дозу дозации, сколько вы должны его дозировать, сколько у вас там рыбы его выделяют, еще чего-то. Если вы снизили кормление, там, например, уехали на недельку, то есть, ваших рыбок никто не кормил, то отдавайте себе отчет, ребятушки, у вас фосфат пойдет вниз, если он у вас не на подаче, там, например, от какого-то дозатора, а именно надежда на ваших рыбок, то, соответственно, вы должны в систему вгружать то же самое количество корма постоянно. Если вы хрен забили на это и уехали, то ну, обеспечьте дозирование тогда. Или приедете, удивитесь. Иногда бывает, приезжаешь, там все так постепенно снижалось, оказывается, и цвета еще лучше. Ну, иногда удивляешься, думаешь, какого хрена. На самом деле никто не кормил, соответственно, фосфат снизился, бактерий было недостаточно, так как ничего не происходило. Поэтому можно сделать дозацию углерода, то есть он будет постепенно дозироваться, и фосфата одновременно, то есть чтобы ваша вся биология жила. То есть вот это вот называется вот это биологическое равновесие. И я почему так часто и много говорю на эту тему, потому что это самое важное. Никто на это особо не обращает внимания. Вот. И от этого проблема у всех. Не от химии, там, какие микроэлементы, это все мелочи, капля в море. От этого практически ничего там особо не зависит. То есть у вас никогда коралл не облетит, если у вас постепенно там упала карбонатка. То есть как-нибудь там, например, до четверки, до 3,5 падает у людей. Блин, все нормально. Хер, ну потихонечку поднимай обратно, и все, и нихера не будет. Ну, то есть кораллы просто доходят до такого состояния, что они перестают расти. Но они не дохнут. А вот при падении фосфата, а иногда нитрата к нулям, то они легко могут облетать у вас там за сутки просто. Хлоп и пооблетели. Какого хрена? То есть никакие микроэлементы и макроэлементы так не могут повлиять, как вот эта вот фигня. Именно поэтому Тропик Марин, они выстраивают всю свою вот эту вот историю на фосфате. То есть вокруг фосфата все это дело кружится, так сказать. И все идет от того, какой фосфат у вас в системе. И, соответственно, относительно фосфата
выстраивается все остальное дозирование, там питание, блин, и, соответственно, все остальное, понимаете, да? То есть химоза это элементарно, он там дозатор поставили, капает, ну да и хрен с ним. Держится там, иногда снижается постепенно, потом иногда поднимаете ее постепенно, ну и фиг с ней, ничего не будет такого страшного вообще. Если вы имеете глупость, например, заложить много антифоса, то есть какого-нибудь там Рововского, например, он мощно снижает там на железе, будьте готовы к тому, что у вас там все нахер пооблетит. Вот, поэтому смотрите, я не знаю, я не пользовался этим барахлом. Я так постепеннее снижаю за счет там дозирования того же там какого-то бактобаланса, там у этого глицерина, ну то есть вот так вот. И если конкретно адсорбент положили, то ждите, что будет очень весело, блин, скоро. То есть он снизит там постепенно, и если разница превысит там где-то в 2-3 раза в течение недели, вы опустите его. Ну, то есть, например, было там 10, стало 0,03, то это уже такая прям какая-то стрессуха такая вот. На это обращайте внимание. То есть это другая уже жизнь, другие условия для них. Они могут просто не успеть привыкнуть за такое короткое время, даже за пару недель. Вот такая ерунда. То есть, если они у вас жили долго в условиях 0,10, а потом вы решили там уехать и приехали, у вас там 0,01, например. То есть, в 10 раз вы снизили. Охерительно, охерительно. То есть, фосфат вроде есть, жрать есть что. Но сдохли ваши акры, например. Вот такая хрень. Поэтому смотрите, вот с адсорбентами очень аккуратно, читайте инструкцию. И еще и делите на двое, я думаю, потому что часто в инструкциях там как-то вот они не дописывают. Не знаю, тут уже по отзывам надо смотреть. Я не пользовался, я же говорю, я не знаю. Просто вот предостерегаю вас от таких вот ошибок. Вот, и заложили адсорбент, блин. Делайте тесты каждый день, там утро, вечер. Смотрим динамику. Как только пошло, смотрите, как-то так он прям двинулся. Нахрен убирайте половину. А то вы наадсорбируете. Он бывает ничего, так суточки двое, бля, а потом раз и, блин, резко. И вот такие истории бывают. Я не знаю, с чем это связано. В общем, вот так вот. Так что, блин, каждый день, дважды в сутки вы должны его мониторить. Если у вас есть в аквариуме кораллы, и вы решили использовать, как некоторые специалисты советуют, хлорид лантана, то тоже он очень быстро убирает. Я думаю, что у вас просто там пооблетает нахрен все и все, если вы вот устроите такой им офигенный этот. Убираете кораллы оттуда, снижаете фосфат, а потом загружаете кораллы обратно. Опять же, они у вас стрессанут, если они жили при высоком фосфате, а вы потом поместили в низкий фосфат. Ну, то есть, я не знаю, как вы это делать будете. Ну, я бы советовал, если максимально завышенный, там, ну, такие экстремально завышенные, вернее, то снижать очень медленно, где-то в течение, там, чуть ли не, ну, блин, месяц это минимум, месяц, а то и больше, иначе они просто у вас там не перестроятся, так сказать. Ну, вот, вот такая вот фигня. Так что думайте, как адсорбировать. Лучше естественным путем, чтобы просто кораллы с бактериями съели его, ну, то есть за счет дозирования того же глицерина. Но опять же, дозы смотрите. Вот. Ну и если решили подозить Акропауэр, то прям маленькими-маленькими количествами. Не потому что, чтобы резко не начали расти, а потому что, чтобы резко не сожрали фосфат и не сдохли завтра же. Вот такая вот, такой момент. Всем удачи!